сегодня домой. Йо, чувачки, всем вассап. Мы снова опустили это колечко, чтобы увидеть шикарные данки от наших парней. Я жду, чтобы Мирослав Елецкий наконец-то показал все, на что он способен. А то что-то в прошлом видосе он как-то себя не так показал, как должен был. Чуваки, я вам так скажу. Я жду не то, чтобы было 10, а жду, чтобы я брал 3 десятки и ставил 30. Иначе будет... Окей, чувачки, заряжайте свои лайки. Давайте посмотрим на наших участников. Здорово. Let's go. Что я тут забыл вообще? В самом первом контестнике кольцо участвовал я с ребятами. Тогда соперники были не такие, как сейчас. В этот раз тут самый главный фаворит, претендент на победу, это вот Мирослав Елецкий. Я очень хочу с ним встретиться в финале, попробовать его одолеть. Кольцо, конечно, я думал, будет чуть пониже. Самый низкий из всех здесь данкеров. Постараюсь победить ребят. Пишите, болейте за меня, буду стараться. Ну, я считаю, главный андердог сегодняшнего контеста — это Мирослав Елецкий. Я вообще первый раз в жизни буду ставить хоть на низкое кольцо, первый раз в жизни, но посмотрим, что получится. Йоу, гангеры, я в прошлом... Ладно. Йоу, гангеры, я в прошлом данк-контесте вот этого молодого человека, вот этого вот небезызвестного человека, выиграл в данк-контесте, первое место занял. Вау, вау, вау. А сейчас посмотрим, что будет, потому что я буду сейчас много говорить, мало делать, как люблю. Посмотрим, что будет. Садитесь. Я охуел. Порево. Начинаем снимать порево. Ну что, пацаны, первый участник у нас — это Амир. Амир? Окей, все, начинаем. Come on. Максон, а можно же, да, типа, как Мирослав Елецкий в каждом контесте одни и те же данки делать? Оценка не будет от этого меньше становиться? Окей, окей. Ты хочешь, чтобы я просто тебя начал уничтожать в каждом ролике, да? Чтобы просто у меня была одна цель — это ты. Ребят, я уже как и хочу, давайте не стоим. Там судьи даже не смотрят, им похер, они в телефонах сидят. Я хочу достать ему десятку. Если вы хотите подкупить судью, нужно делать массаж, как это делает оно. Я хочу ему поставить десятку. Десятку. Ну что, первый участник — это у нас Амир. И самое время сказать про правила, которые у нас сегодня будут. У нас два отборочных раунда. У каждого участника по минуте, чтобы он смог забить свой лучший данк. И после второго раунда мы выявляем двух сильнейших по баллам. Ну, у кого, короче, больше за два раунда, тот идет в финал. Два человека попадают в финал. Let's go. За секунду поставил. Бро, я семерочку ставлю. Железно. Это занижение. Бро, я сильно, типа, жестить не буду. Давай поставлю девяточку. Я 8, бро, я 8. Все красавчики, кроме Христона. Я считаю, что Амир реально офигенно поставил со второй попытки, бля, красивый данк. Я бы поставил, ну, 9, прям хорошая оценка, реально. Я забыл то, ради чего я на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, за кого вы болеете. Напишите, какие у нас судьи на мыло. Но сейчас будет данк под названием, не знаю, как он знает. Чуваки, я хочу ему дать уже 10 за его перформанс с заколочкой. Это уже круто. Название? Fake BTL. Вот так как с третьего раза, бро, я ставлю тебе девяточку железную. Да, я думал, ты сейчас скажешь десятку, поэтому десятку. Да, бро, учитывая, что ты весишь 113 килограмм, это сильно. Сколько баллов? 27 баллов получает Биг Санич. Молодец. Напишите в комментарии, что вы не согласны с судьи на мыло. Готовы? First round. Да, мельница. Главное теперь не обосраться. Давай, 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 давай. Я первый, да, скажу? Давай. Бро. Перформанс 100% десятка, амбиции 100% десятка, но данк поставлю девяточку, бро. Но это тоже круто. Девяточка. Сними его, Дань, сними его. Чего? Нормально, нормально, дальше. Я тоже 9, бро. За перформанс первой попытки. Он настолько вам много бабок занес. Но, мне кажется, их здесь
наименее, типа, фаворитом? Ну, не знаю, давай посмотрим следующего участника. А это у нас участник самого первого данк-контеста на низкое кольцо на канале Хупс. Была не была, буду бить из-под двух ног. Сергей Брагин! Время пошло! Смотрите, ради вас, пацаны, контент. Брага заводит контент ради вас. Я скажу первый. Десятка, 100% я ставлю. 100%, бро. Красавчик, реально. Если я поставлю девятку, типа это будет нечестно, потому что Рику заменит девятку. Поэтому я поставлю Браге 10. Сыр? Чем тебе сыр не понравился? Поставлю Браг, я поставлю девятку. Во-первых, ну ты хотел по локоть, а по локоть типа не получилось. И поэтому девятку. Сон бы по локоть, 100%. То, что соскочил, да? То, что соскочил. Да, ну даже задуманное не сделал. Кто бы что ни говорил, я за своих, за маленьких. Вот они независимые. Остался у нас кто, Мирослав Елецкий? Пойду забивать данк через первого участника. Ну и в прошлом контесте я вроде первый раз забивал этот данк. Это профи в своем деле. Времечко пошло, если что. О! Почти сунул туда локоть. Вот 5, 4, 3, 2, 1. Я не знаю, возможно, вы меня захейтите в комментариях, так, но несмотря на то, что там это пятая попытка, бро, но тем она и крутая, что это был базер на последних секундах, бро. Ну, технически, наверное, самый сложный пока был данк, да? Мирославу дам, ну ладно, 9, ну или 8. Ладно, 9, даю 9. К Мирославу с презрением таким сегодня будем. С этим или, может, с другим словом? Знаешь, я не знаю, пусть будет презрение, похер. Короче, 9, я ставлю 9. Чуваки, так как Мирослав лучший данкер планеты, то к нему, естественно, будет больше спроса. Этот данк меня жестко удивил. То, что он на последних секундах, клянусь, он поставил ровно секунду в секунду, 59 поставил. Это вы меня поняли. Презираем Мирославу в комментариях. Вы могли заметить, первая попытка была другая. Я тоже пытался сувать локоть, но с каждым разом было все сложнее, больнее. Я решил просто забить. 28 баллов получает Мирослав Елецкий. Первый круг подошел к концу. Сейчас переходим ко второму кругу. У каждого данкера также будет по минуте. Сейчас решается, кто выйдет в финал. Что-то там шепчется. И без меня, представляете? Давай, Паша. 29 баллов у Сергея Брагина. First. Мирослав Елецкий, 28 баллов. 27 баллов, Рик. Хорош. 27 баллов, Сано. Хорош. Let's go. Ну и 24 у Амира. Да, домой. Бро, я свои мысли говорю все сразу на камеру. Я хочу реально, чтобы вышел Брага, потому что он на голову ниже всех. Это очень круто смотрится, очень зрелищно. А второй, короче, я хочу финал Брага-Амир. Ой, Брага-Амирослав. Это будет реально очень круто и зрелищно. Ну, мне так кажется. Бексано уже выигрывал, у него титул уже есть. Поэтому можно дать теперь, чтобы Брага был. Посмотрим, сколько меня сейчас будут ставить. Спасибо, батюшка. Классно, круто, но как будто бы можешь больше, поэтому тоже девяточка. Ну да, можешь больше, 9, бро. Хорош. 3-9. Я бы 8 ставил. Я бы тебе 5 ставил. 8, бро. А я тебе... 8, это мельница. Ты видел свой рост? А ты что сделал? Ты тоже мельница. Я мельницу по локоть. Ты сладенький. Бот. Батяра. Я знаю, я уверен, что подписчики все пишут, напишут в комментариях. Гангов, сагенгеры. Я ему говорил не делать это. Вообще, очень больно. Очень больно. Кольцо убило Нефа. Бро. Я в эту сторону выгибаю, как будто рука начинает вся болеть, как будто в туалете пересидел ноги. Не уверен. Единственная девушка, которая участвует в дэн-контест. Уверенный бросок с первой попытки, поэтому можно поставить 10. Оу. Я тоже так думаю. Десяточку можем за это поставить, парни, ну, объективно. Я, чтобы он опустился чуть на землю, я ставлю вот этот балл.
А, 8? Наконец-то! Наконец-то! Включил! А это был пранк! Я обомлел. Это было жестко, реально. Ну чё? Короче, второй раунд. Очень хочу попасть в финал. Первый мой данк-контест. Я очень хочу попасть. Нужны наушники нашего лучшего оператора. Сейчас включу музыку. Пойдем посмотрим. Давай, шестер, я жду пятерок. Перформанс крутой. Я только не понял вначале, зачем тебе нужен был Брага. Наушники, по итогу ты сделал без наушников. Вот, но я честно вставлю тебе за это данк семерочку. Чё, ху... Да я привык, что меня занижают, давай дальше. Да не, я поставлю 8. Ну, типа, не так сильно засаживаю. Ты пытался с перформансом, придумал, ну, 8, браво, 8. Да ладно. Наконец-то у нас правильные оценки. Уже... Вот полуфинал, и хочется уже прям включить мозги, да, как-то посерьезнее отнестись к оценкам. Let's go, Брага! В первом раунде через меня перепрыгнул Мирослав, во втором я перепрыгиваю через Мирослава. Жесткое дерьмо, все десятки, мы хотим видеть его в финале, чувачки. Шестерка лютая, брат. Иди сюда. Вот она. Круче. Я тебя спросил, Джейден готовит? Ты говоришь, бро, если забью, а почему ты сомневался? Не сомневайся, сука. Ты сюда пришел раздать десятку? Да, бро. Чтобы было чуть-чуть посложнее, я выбрал защитника под кольцо, который будет мне мешать. А, держись! Держись! Брага! Я Брага! Какая-то странная тень. Ребята, то ли человек-паук реально, то ли человек-бомж. Не, я скажу, не очень мне понравилось, потому что как-то не... Я не знаю, что, типа, постер через нашего партнера Винлайн, ну, это круто, конечно, но вот чуть-чуть потехничнее было бы, и было бы 10. Нифига себе, мельница, реверс, спиной по локоть. Я 9 ставлю, парни. Бесконечно. Все, спасибо. Всем спасибо. Вы Амир, ну не обязательно. Все, погнал. Все, погнали. Так, 53 балла. Человека, фильм не бросали. Просто два полупокера кривых косых в финале. Что, мы в финале, бро? Давай сделаем шоу, бро, жарко. Давай. А сможешь мне пузом оттолкнуть, чтобы я тогда же дядок... Уп. Ну что, парни, финал. Биксано против Сергея Брагина. Окей, уже Человека-паука. Окей, Сёрджи Брэгин. И в финале у нас будет по 2 раунда. В каждом раунде, без ограничения по времени, 3 попытки. Пацаны, у него сейчас такой данк, в котором я в прошлый раз сломал руку, вколоченный перелом здесь был. Опасность просто нереальна. Все больше не будет этого данка. Ну что, пацаны, у меня аж руки холодными стали. Мне очень интересно, что будет. Эй, давай поддержечку. Три попытки. Ну что он сделает, я не знаю. Какой-то супер травмоопасный данк и... А касания кольца не было. Давай, не занижай. Эй! Так. Кстати, реакция крутая. Ну, бро, это просто мельница. Факт. Я еще видел. Мельница он из-под ноги с Карлом Малоном сделал, блин. Вот это судьи. Из-под ноги с рукой за головой Карл Малон. Да не перепутал, я просто слово перепутал. Я видел, что была мельница, но она не была зречная. Это не мельница, мы даже ничего не крикнули. Блять, из-под ноги. Ну мы даже ничего не крикнули, бро. Не, все, вообще не должен спорить с людьми, все. Я не знаю, но... Ну, как скрикнул. Будто бы данных не для финала. Давайте сделаем Чуваки, свои оценки. То, что за головой, под ногой, за эти два маневра я ставлю 8. Но это не финальный данк, 100%. Не финальный, да, 100%. Согласен. Это моя 8. Бро, я тебя, наверное, поддержу. Ну это не финальный, ну типа, сделано прикольно. Я 8 ставлю. Окей, я тогда 9. 9, чтобы была борьба, давайте посмотрим этот финал. 25 баллов Биксона. Нормально, нормально. А, ребят, я очень хотел, чтобы вышел в финал Мирослав. И я дам респект этому лютому моему братишке-данкеру. Поэтому постараюсь забить его данк.
Рик, ты мне нужен. Финальная попытка Браги, вот сейчас, мне кажется, будет что-то интересное. О, я уверен, он хочется вот нормального. Сами просто, типа, будто ебись дал из-под ноги. Ну, блядь, хуй знает. Меня Амир очень... на стандарт. Чуваки, меня очень смутило, что была лютая тишина. Да, лютая, это же, вот как мы можем ставить хорошие оценки, когда лютая тишина, блядь. Ой, пацаны, а перформансик-то пахнет перформанса. Вот, это все. Это не Мирослав сейчас там ставит? Там 360. Товарищ судья, я Мирослава не увидел в финале, поэтому я кидаю ему респект. Окей. Хочу сделать то, что Амир делает. Эрик чуть пониже голову. Найди, Саню. Давай. Вот это я понимаю, бро. Прага! Вот это я понимаю. Братик, все было с первой попытки. Это лютая семерка. Красава. Чуваки. Так вот этого хочется от финала. Это был скуп 360. 360 пам. Конечно, 10. Что тут думать, чуваки? 10, естественно. Да, стопудово, бро. 10 для Браги. Вот это заслуженно, тут даже не поднимается рука ставить типа другую оценку. Второй данк Биг Сано. Мирослав же выбирал. Оно! Йоу, как будто тяжело дается. Давай, сделай. Сане пришлось поменять данк. Возможно, это правильное решение. Давайте посмотрим! Просто хочется, прекрасно понимаю. А у меня внутри нету... Мне в душу просто плюнули. Вот у меня сейчас не загорается, мне просто хочется просто вот сейчас одной рукой, одной ногой. Вот и все. Можно за антивайбить? Ну, я не знаю, у меня внутри все умерло. Да не надо, сейчас поставишь, нормально будет, не антивайб. Ну, я сейчас заплачу. Ну, вообще, делай как пока. Ты должна быть уверен, как минимум, ты первый чемпион данный. У тебя уже должно быть. Реально, ты же в финале. Ты опять в финале, блин, на туре. Бро, меня за антивайбили. Понимаю, бро, поэтому тебя поддерживаю. Давай. Но я уже не знаю, что нормально, если все Алло, давай, ты лучший! Ты лучший кудрявый бигбой! Давай! Оно, блин! Не хватает, не, ну данк сильный, реально. Давай. Она. Аааа! Дома ждет сюрприз! Let's go! Это он, это все его мотивация. Let's go! Я за старание, и за плюс вайп на... Для меня чисто охеревший данк, чуваки, ну серьезно. Да нет, нормальный, хороший данк, реально. Ребят, короче, жесткий данк, снова с перепрыгиванием. Мирослав не помогает, я постараюсь забить для вас. Все, что я сегодня, ребят, забивал, я ни разу не забивал на Лоурим. Реально, ни разу, поэтому я все новое пробую. Я хочу заплакать, я так волнуюсь, ребят, честно. Ставьте лайки, пожалуйста. Беру сейчас третья попытка и делаю. Бро. Считайте, это что, это вся, это одна оценка у меня. Считайте там вместе. Ну чё, новый чемпион. Мы увидели интересный финал. Все-таки у нас появился новый чемпион, Серега Браги! Чуваки, он просто как будто с армии пришел посмотреть. Короче, ребят, да, попрыгал, сделал новые данки, разбил руку, предплечье, палец в кровь. Ребят, ставьте лайки, блин, такое дерьмо делают. Ладно, все, спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на всех участников этого данк-контеста. И давайте 5000 лайков, и мы делаем третью часть. Знаю, может, вообще извне позовем данкеров каких-нибудь. Типа команда Хупс против другой команды данкеров. Может, Хупс будет интересно. Let's go! Хупс!